Да, вообще. Сегодня 28. Восьмое? А 9-е может? 29-е. Сегодня 29 апреля. Мы едем из Петербурга в Москву. Вот, кстати, свадьба. Самолет какой-то, да, свадьба. А, свадьба. Вот, решили снять маленький фрагмент наших российских дорог. Их нет, дорог, это не дорог, а я не знаю, что это. Трасса выживания, наверное. Яма была, наверное, 2 на 2 и сантиметров 20 глубиной. Километров 10 мы уже так едем. Такой гадости. Это еще здесь ничего. Это еще ничего. Наша родина. Вся наша жизнь. Вот она. Истинная Россия. Ее нет. Разваленные дома вдоль дороги. Дорог, которых нету. Трасса выживания. Едем, молись, вспоминай все молитвы, которые знаешь и не знаешь. Вот в самоварах, видишь? Да. Russia. Welcome to Russia. Матрешки. Матрешки, самовары жгут вдоль дорог. Деревенька тут этими гномами торгуют. Россия, матушка. А вот население. Население. Первый парень на деревне пошел. Или последний парень в деревне. Это крутые дома стоят. Это местные комьюнити. А это кафе «Шанс». Есть шанс еще. Чтоб тебя там не завалило. Шанс поесть есть, да? Вот здесь еще приличные дороги. Thank you.
такие дороги в подмосковном городе Ивантеевка. Сегодня 13 апреля 2011 года. И так везде. Пропустим пешеходов. На эту тему наш частый гость в эфире, президент, вице-президент движения автомобилистов России, Леонид Дальшанский, сказал, что принятие подобных поправок есть применение. То есть нормальный обувь ходить здесь нельзя. И вообще ходить нельзя. Держаться лучше в автомобиле. Москва, Щелковское шоссе. Красотища. Вау. Лучше объезжать такие ямы.